И всем привет, друзья, с вами Вайпер, и мы продолжаем играть в игру Soul 0 Mars Colonization. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас за наше время отсутствия здесь произошло. Да, наверное, ни хрена не произошло. Так, колонисты, 30 из 36, мы можем привести еще новых колонистов. Еще 6 человек. Так, давайте я увеличу время. Base, do you read me? Так, посмотрим. Терраформер, я хочу сегодня построить терраформер. Так, нам нужно 60 энергии, 20 ящиков с материалами. Так, с энергией у меня, к сожалению, проблемы. Так, защита 94. Давайте улучшим защиту. Так, что же нам делать с терраформером? Нам нужно больше построить геотермальных источников, от которых будет идти электричество. Так. Давайте. Так, один сюда. Второй вот сюда рядышком. Итак, нам говорят, что сейчас будет. Да, блин, так. Срочно уходим, у нас солнечная активность очень большая. Здесь, кстати, помечены только что были участки, где. А ну, в принципе. Почему-то, к сожалению, их сейчас не видно. Только что были помечены участки, где будет самая высокая солнечная активность. Поэтому я хотел технику вывести всю из-под этих опасных солнечных лучей. Потому что она немедленно выйдет из строя. Так, отправим. Блин, что-то у меня там навернулось. Будем. По-моему, у меня вышел из строя один погрузчик, точно. Твою мать. Так и знал. Предупреждал. Так. Давайте пока отменим погрузчику автопилот. Потому что в эту часть сейчас опасно ездить. Пока что. Так. Бур выведен из строя. Да и твою мать. У нас еще и песчаная буря какая-то, смотрите. Так, ладно. Когда это кончится? Отлично, замечательно. Итак, солнечная буря закончилась. Включаем автопилот погрузчику. Выведены из строя два кислородных модуля, так сказать. Так, значит, кого мы... Так, 4 колониста. Запасы еды на всю. Так, погрузчик. Бур. Бур, к сожалению, я уже, наверное, не смогу загрузить. Не буду пока посылать. Так, запасные части. Так, стартуем. Так. Отлично, прибыли новые колонисты. Так, выгружаем еще один погрузчик наш. Так, у нас 34 человека. Для постройки терраформера нам необходимо еще двоих. Нам требуется 36 человек. Погрузчики замечательно начали. Занялись сразу автоматически ремонтом
различных модулей, ремонтом базы. Так, мне геотермальные источники нужны, ребята. Давайте построить, завершите уже постройку. Отлично, один готов, второй готов. Отлично. Так, и мне еще нужно парочку ляпнуть, потому что не хватает энергии. Давайте сюда. Так, друг, а тебе надо заняться постройкой коридоров, продолжить постройку коридоров. Расширяем базу в эту сторону пока что. Можно пока улучшить перекрестки. Ага. А, нет, я думал, не хватает материалов для постройки. Все замечательно, все хорошо. Так, требуется руда для улучшения базы. Так, дозаправляем ракету, отправляем обратно на Землю. Блин, вот здесь вот построить бы шлюз, я так думаю, вот на этом месте. Сейчас мы это сделаем. Так, чтобы космонавты вот здесь проходили спокойно. Так, давайте подачу кислорода перекрываем мы здесь. Так, ломаем вот этот перекресток и построим там шлюз. Так, 3D-принтер. Можно, в принципе, задать автопечать. Руда позволяет. Так, кислород. Там мало кислорода. Так, блин, где мой второй космонавт опять? Куда он делся? Так. Смотрите, колонист только что вышел. Был в открытом космосе, прям я охренел. Так, коридор шлюз. Значит, ставим его здесь. Кстати, можно еще произвести один запуск. Я не успел, я хотел еще построить одну спальню и пару теплиц. Так, ладно. Значит, что нам требуется? Давайте по полной отправим еще одну большую ракету. 400 еды. Запасы инструментов. А, вот, кстати, что нам нужно? У нас же марсианский бур навернулся после солнечной бури. Вот, марсианский бур. Стартуем. Стартуем, замечательно. Так, хорошее приземление. Отлично, шлюз здесь построен у нас. Даем кислород в коридоры. Так, и строим здесь сразу же. В первую очередь. Блин, здесь не удастся. Так, генератор кислорода сюда. Так, ну что, дозаправить ее, да отправить обратно? Или пока не надо? Ладно, пускай метан пока подкопится. Так. Защита коридоров улучшена, нам сообщают. 97% защита. Отлично. Конечно, от метеоритного дождя это нас, мне кажется, все равно не спасет. Так, ты чё здесь стоишь?
Так, строим. Так. Здесь необходимо построить перекресток. Ну вот, видите, как замечательно, погрузчики теперь не будут ездить в объезд, а прямо вот здесь вот раз так проехали, и все хорошо. Так. АЭС, конечно, мне стрёмно строить, блин. Криогазгольдер. Где у нас есть еще залежи метана? Ага, здесь, блин. Надо было бы, конечно, поближе все это дело располагать сразу с самого начала. Хотя, в принципе, можно снести и построить заново. Так. Ладно, это мы не будем строить. Так, уменьшим скорость. Отлично. Так, ставим. Ставим, значит... Так, а у нас здесь... Здесь вот я хотел одну теплицу засандалить, но погрузчики, наверное, мои, боюсь, не проедут потом. А там они пройдут к генератору кислорода? В принципе, должны, наверное, я так думаю. Должны будут пройти. Так, геотермальный генератор. Еще один. Конечно, как-то наляпано у меня здесь все прям вот, ну, куча на кучу, друг на дружку не очень хорошо получается. Так, дозаправляем, отправляем. По-моему, они все выгрузили. Из ракеты. Так, даем кислород. Ага, следующий запуск. Давайте еще материала привезем. Так, я думаю, небольшую ракету. Так, еда. И остальное у нас получается, отсылаем материалы полезные. Выбираем место посадки. Конечно, сложновато здесь. Так. Херачим здесь ее. Так, строим. Значит, я думаю. Так, построить сюда перекресток. Кстати, здесь можно продолжить еще. Так, строим коридор. Да, построим коридор сюда. Нам пишут, что население слишком мало для работы. Я понял. Так, заправляем, отправляем на землю. Так, строим, значит. Спальня влезет. Ставим спальню. Так, а тебе предлагаю здесь поставить еще перекресток. Thank you.
Так, до следующего запуска мы должны успеть построить спальню. Да, в принципе, запуск у нас уже возможен. Но, к сожалению, мы пока не успеваем. Да, блин, я понимаю, что население слишком мало. Сейчас мы его увеличим. Все будет хорошо. Так, возможен следующий запуск у нас. Так, смотрим у нас потребление воды. Потребление воды будет расти. Нам нужно будет построить, наверное, еще один фильтр. Давайте запиндюрим сюда. Так, ну и давайте отправляем. Ух, смотрите, у нас население может... Мы можем... У нас уже до 42 как бы мы можем увеличить. Вот. Так, большая ракета. 4 колониста. Можно, конечно, и 8 сразу отправить, но... Так, еда. 400 еды. Материалы. А на остальное все в воду отправляем. Отправляем в воду. Жизненно, очень жизненно необходимую на Марсе. Так, ждемся. Так, прибыло 4 новых колониста. Офигенно. Еда, конечно, пошла сразу же тратиться, но это ладно. Это не беда. Коммент. Ух ты, 38 человек у нас уже, друзья. Мы можем поставить терраформер, смотрите. Так, ну что ж, тогда давайте поставим терраформер, который у нас, я так понимаю, будет превращать Марс в Землю. Может быть, даже что-то изменится здесь. Увидим с вами, посмотрим. Блин. Геотермальный источник. Нам нужна еще будет энергия. Так, а мы можем пока позаниматься скрещиванием наших штаммов, которые будем скоро высаживать в почве Марса. Так, вот у нас уже создан тут рекомбинированный. Так, выживает в холодных условиях, выживает при наличии радиации, плюс 1,4 еды, смотрите, уже дают, как бы вот этот вот штамм будет давать. Так, выживает в засушливой среде. Голофилы можно к ним, в принципе, добавить. Это у нас они выживают в условиях высокой солености. Давайте начнем скрещивание. Ух, 20 ящиков необходимо для постройки. Охренеть. Ад. Это ад. 100 киловатт у нас уже выдает. Так, строим. Так, фильтр, кстати, построили. По-моему, вода перестала. Запасы воды перестали кончаться. Так. Перекресток здесь, перекресток тут. А нам необходимо здесь еще построить коридор шлюз, хотя можно было за место вот этой херни поставить. Задание у нас какое-то, кстати, выполнено. Научный прогресс. Поздравляем, часть миссии была награждена научным прогрессом. Что это нам дает, интересно. Так, давайте тогда сломаем, да, вот этот перекресток просто. Так, кислород сразу же. Подачу кислорода отменяем там. Так, построить бы тепличку еще где-нибудь. Потому что
Давайте вот здесь. Потому что запасы еды кончаются быстро. Так, ты не уходи далеко-то, дружище. Вернись. Строй здесь коридор, шлюз, друг. О, замечательно. Замечательно. Так. Коридор. Если здесь построить еще один коридор, допустим, да, и поставить еще одну спальню в эту сторону. Хотя нет. Давайте ставим перекресток. Давайте улучшим. Так, отлично. Терраформирование завершено. Выполни 3 терраформирования на разных картах для открытия конечной миссии. Теперь у всех ферм отличная почва. Что ж, замечательно. Такой терраформер мы, кстати, поставили. Неплохо. То есть можем спокойно прям теперь высаживать, я так понимаю, всякие семена прям в почву Марса. Упадок привел к порче запасов продовольствия. Твою мать. У нас же все было хорошо. Кстати, здесь маловато кислорода, я смотрю. Эти коридоры надо будет подавать тоже. Кислород. Население слишком мало для работы колонии. Что ж, можем теперь просто-напросто высаживать фермы. А терраформер, интересно, можно один только построить? Сейчас, друзья, проверим. Ой-ой-ой. Где-то метеоритный нож был. Так, терраформер. Да, кстати, только один можно. Ну что ж. Ну что ж, ладно, наверное, на этом серию я свою закончу, друзья. Мы построили сегодня терраформер. Население у нас достигло 38 человек. Можем увеличить до 42. Что ж, в следующей серии мы начнем, наверное, делать фермы прямо на Марсе. Ну что ж, друзья, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!